Оперативниками Главного управления МВД России по Московской области по подозрению в мошенничестве задержан житель Раменского. Злоумышленник позвонил 87-летней женщине, представился следователем и сообщил, что ее племянница стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Он предложил решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности за 800 тысяч рублей. У пенсионерки не оказалось такой суммы, и мошенник согласился на 360 тысяч. Он попросил передать эту сумму специально направленному к ней водителю. Когда обман раскрылся, потерпевшая обратилась в полицию. В записи камер видеонаблюдения оперативники установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его. Со слов задержанного, ему предложили работу за фиксированный процент. Он заключался в получении денег от граждан и переводе их на чужие банковские счета. По данному факту Следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время фигуранту избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление его возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.